Готов поспорить на все, что угодно, ты не знаешь об этой полезной фишке в доте. Салам Алексус, с вами Грей Шарк, перейдем к делу. Неважно, кем ты играешь, кэрри, мидером, саппортом или тройкой, всегда есть необходимость сделать переагривание крипов. И допустим, ты играешь за мидера. Ты стоишь на ХГ, видишь противника. Тебе сняли вард, либо не дали вард, ты не можешь его купить. В общем-то, вижена на ХГ нет. Ты спускаешься, и ты не можешь переагрить на себя пачку. Что же делать в этой ситуации? Так вот, фишка в том, что если мы на карте видим хоть каких-то противников, даже, допустим, того же Пуджа, либо, допустим, того же Акса, мы можем, не отводя камеру, подойти к крипам, навести мышку на иконку персонажа и дать клавишу атаки. Крипы переагриваются на любых челиков по всей карте. Ставь лайк, если было полезно и ты этого не знал.